Здравствуйте, с вами Екатерина Воронченко. Октябрь сменил солнечную погоду на пасмурное настроение. Впрочем, температура осталась на комфортном уровне. Однако впереди коварный ноябрь. Каким будут его планы, скоро узнаем, но сейчас расскажу о том, как сложится день завтрашний. А на севере завтра до 23 градусов выше нуля. Облачность будет переменной, без осадков. Ветер юго-западный 6-9 метров в секунду и предстоящей ночью до плюс 13. В Дубосарах и Григориополе на градус теплее, здесь до 24 градусов. Ожидается довольно комфортно, облачность также переменная и ночная температура до плюс 14. Ну а на юге абсолютно похожая картина: 22-24 с плюсом, облачность переменная, без осадков, ветер юго-западный 6-9 метров в секунду и предстоящей ночью ждем до плюс 14. Ну а в последующие сутки без осадков и температура без изменений. У меня на этом все, до встречи.